Всем привет. Мы на охоте. Охотимся на выползков. Завтра планирую съездить на рыбалку. В общем, нам нужно поймать выползков. Вот. В планах завтра днем нужно собрать нам фидеры. Я их там разбирал в зиму. Леску нужно поменять. Вот, короче, такие дела. В общем, в боевой вид их привести. В боевое, так сказать, состояние. Ну вот. Такие дела. В общем, ловим. Не сказать, что, конечно, много. Блин, уполз. Не сказать, что много. Резкие все какие-то. Ну, впрочем, как всегда, они. Момент прям. Доль секунды, и они сразу сваливают. Хитрые все стали. Иди сюда, сынуля. Идем, их оторвал. Вот, в общем, завтра будут показывать, как рыбачу я. Блин. Оба. Пару прям сразу зацепил. Мало, вообще мало, что-то вроде водичкой полил. Оторвал опять. Ну вот, спаривается уже вовсю. Весна. Против природы не попрешь. Блин, время уже нафига. Второй час ночи. Сейчас первую, короче, съемку начал снимать. Телефон сел. И посветить нечем мне. Пошел, фонарик взял. Ну что, видео испортен. Испортил. Вот, короче, сейчас. Дубль 2. Сейчас штук 20 поймаем. Хватит, надеюсь, на завтра. Блин, шустрые какие все. Так, ну все, ловим. Оба. Слишком много, конечно, ловить тоже не будем. Они почему-то потом в ведерке пениться начинают и дохнут сразу. За вечер можем прям ушатать всех. Чё смысл переводить? Прежде чем ловить, нужно так побрызгать получше, полить водой. Я из шланга полил,
Что-то слабовато, наверное. Мало повылазили они. Да хватит, наверное, что-то. Поймаю я сейчас штук 20. Утром выходишь. Одни шишки и грязи. Вылазит тьма. А так ходишь, нифига не видать. Прячутся, наверное, все. Слышат, как я топаю и иду. Шустрый какой. Сейчас наловим. Батя сегодня гонял. Не знаю, сколько он сидел, конечно. Вот. В садочке сейчас посмотрим. Тут в ванной. Покажу. Не крупный, конечно. Я в прошлом году вообще шокировался. Леску 0,35 рвал у меня прям. Аж удилища трещали. Каких брал поросят. Так, головлишка. Езишку одного ловил серьезного. Налима мало. Одного только мне приходилось в том году ловить. Да ладно, хватит, наверное. В ягодах не найду. Че, пойдем посмотрим. Отцовский улов. Вот один плавает. В ванной. Вот садочки тут еще есть что-то. Немножко. Ну вот налимчик один. Вот еще один. Подлещичек. Ну а это красноглазка. Плотвичка. Вот еще одна. Язёк и головлишка. На этом все. Сегодня пока больше ничего интересного не расскажу. Ну что, все, до завтра. Всем привет. Дождались сегодняшний день. В планах у нас было перебрать фидеры. Леску я поменял. Все в сборе. На конце у нас светлячки. Оливки. Ну и карабины. Для всего этого мне понадобилась леска основная. Светлячки вот я использую вот такие. Ну, обычные смс-ки. По две штуки в упаковке. На поводочек леску XT69. Оливки обыкновенные, 18 грамм. В принципе, ничего хитрого. Ну и простые карабинчики вот. Обыкновенные вообще. Вот. В принципе, на поводки, на конце можно вот заводные кольца. Мелкие. Все это недорогое, все дешевое. Сейчас вот поводочки. Поводочки вот плету сантиметров по 20. Небольшие. Да может и подлиннее, там 25. Так, ну вяжем. Сейчас парочку еще свяжем. И ближе к вечеру попрем. Fight will ease our pain.
satellite, how do we know that this love won't hurt like cyanide? Узлов я никаких специальных не делаю. Самые обыкновенные узлы. Вот, в две беру. В принципе, леску не жалко. Вот, сантиметров 20 вот так беру. Беру крючочки. Кстати, крючки беру. Овнер. Тройка. С длинным цевьем. Чтобы можно было лучше выползк одевать. Выползк одеваю. Прям вообще в любом порядке можно его. Разницы вообще никакой нет. Вот. Крючки привязываю вообще стандартным обычным. Ну, наверное, все так умеют, вяжут. Вот поводочек готов. Вот такие вот получаются у нас поводочки. Ну, 7 штук сделали. Я думаю, хватит нам на сегодня. Просто это на случай обрыва. Вроде фидеров 3. Коряк много. Вот, в общем, что получилось у нас. Все в хаотичном порядке, конечно, здесь. Это использую я между карабинчиком и оливкой, чтобы не стучало по узлу грузом. Одеваю силиконовый кембрик. Вот. Ну, в общем, все. Ждем вечера. Oh.
сейчас по-быстренькому инструмент свой перетаскаем и начнем. Так, все на месте. Идем потихоньку раскладываться. Ну, в общем, короче, зарядили мы один фидер себе. Вот что у нас получилось. Леска. Ну вот так вот. Вот так. Выползк получается. Первый заброс. Один закинули. Вот так все это у нас выглядит. Конечек. Вот. Забрасываем остальные. Все, мы зарядили. Только сейчас третий, когда ставил, поклевочка была небольшая. Плохо еще видно все. Вот. Ну, в принципе, только смеркается. Весь процесс снимать не буду. И камера не выдержит. Сядет. Да и видно будет плохо. Тогда встретимся позже. Ну что, пока сидим. Движухи никакой. Надеюсь, сейчас стемнеет и начнет немного хотя бы, может, будет брать. Вот на это вот на крайне было. Три поклевки.
у холостых. Не подсек, мелочь, наверное, какая-то. Течение очень сильное. Уносит груз, хоть и 18 грамм. Всегда хватало. Сейчас почему-то сильное течение. Пруд, наверное, какой-то ушел. Вода прибавила. В общем, сидим, ждем. Светлячков даже не видать. Вообще ничего не видать. Плохо. Все плохо видно. Комарья вообще тьма. Жужжат как пчелы. Ну, сидим, ждем. Ну что, мы с почином. Попался ясь нам. Очень даже неплохой ясь. Ну вот, не зря приехали. Я думал, фидер у меня утащит он. Прям замечательный. Наверное, даже побольше кила намного. Запутался весь тут в темноте. Ну вот. Вот это вот. Я понимаю. Не зря съездили. Вот. По локоть мне как раз. Язёк. Желтенький. Прям как картинка. Ну что, продолжаем эксперимент по ловле крупной рыбы. Ну, это снова я. Ну, что хочу сказать. Время первый час. Поймал еще двух. Ну, думаю, будет правильным поехать домой. Хватит. Вот, в общем, вот такие дела. Ну, ждите следующего раза. Дальше будет интересней. Пока.